ВАЗ-2114 не поделил дорогу с грузовой газелью. ДТП произошло сегодня, чуть позже полудня, напротив дома номер 39 на проспекте Ленина. Парень, управлявший 14-й, говорит, двигался по левой полосе и решил перестроиться в соседний ряд. Совершая маневры, не заметил газель справа. В результате у легкового автомобиля помято крыло, у грузовика расколот бампер. Довольно-таки часто по невнимательности водителей происходят такие вот нелепые ДТП. Скажем так, поэтому призываю всех водителей быть более внимательными на дороге, так как дорога это всегда серьезно.